Новая Эдессия – одно из самых молодых сел в Армении. Пустынную землю, где водились змеи и скорпионы, люди начали осваивать в 1973 году. За полвека здесь разбили 500 гектаров виноградников, построили самую большую в Армении солнечную электростанцию и зону отдыха. Итак, 5 причин приехать в Новую Эдессию. Почва Новой Эдессии оказалась подходящей для виноградника и плодовых деревьев. Здесь выращивают персики, абрикосы, яблоки и сливы. Отведать вкусных фруктов – первая причина приехать сюда. Каменистые участки подходят для виноградников. Камни нагреваются за ночь, а ночью отдают тепло лозе. Здесь выращивают технический сорт кангун, который идет на изготовление коньячного спирта. Выращивают сельчане и столовые сорта, в основном кишмиш. Я помню, в советский период было соцсоревнование, и 5 лет подряд наша Новая Эдессия занимала первое место по количеству урожая по всей Армении. Тогда я был бригадиром, и моя бригада всегда была в авангарде по сбору винограда. В сборе урожая винограда может принять участие каждый желающий. Особенно, если виноградник большой. Туристы срезают гроздья, конечно, ради удовольствия. А опытный работник в день собирает более 300 килограммов янтарных ягод. Сорт кангун для шампанского должен быть слегка недоспелым и не очень сладким. В Новой Эдессии принято собирать виноград только вручную. Мы 30 лет выращиваем виноград. Это тяжелый труд. Но когда видишь спелые плоды на лозе, ради такой красоты можно вынести любые трудности. Сбор винограда длится до ноября. В Армении выращивается около 200 сортов винограда. Винные собирают после первых заморозков, когда ягоды приобретают более высокую сахаристость. Вторая причина побывать в Новой Эдессии – увидеть солнечную электростанцию. Солнца в регионе много, поэтому было решено использовать его для получения чистой электроэнергии. За последние 5 лет эта отрасль быстро развивалась, и сейчас 10% всей потребляемой в Армении электроэнергии обеспечивают солнечные электростанции. Мы продолжаем развиваться, главное – не наносить вред планете и вырабатывать чистую энергию. Солнечные панели двухсторонние. Так получают энергию не только от прямых лучей, но и забирают свет, отраженный от Земли. Панели имеют систему слежения за Солнцем. Они поворачиваются вслед за светилом. Здесь прекрасное место, чтобы развивать солнечную энергетику. 800 гектаров пустынных земель, где нет тени, инфраструктура рядом, дорога. Рядом с электростанцией построили завод по изготовлению сухофруктов. Он работает исключительно на электроэнергии, которую вырабатывают солнечные панели. Армения славится сухофруктами. Увидеть, как их делают в промышленных масштабах, еще одна причина побывать в Новой Эдессии. У завода есть свои фруктовые сады. К тому же сюда приносят урожай и сельчане. Заготовку сухофруктов начинают летом. Первой поступает белая черешня. Завершают сезон поздней осенью переработкой айвы и хурмы. Заготовки делают не только из фруктов. Сейчас мы сушим помидоры сорта лалик. Это сливовидные мясистые плоды, в них мало жидкости. Поэтому сушка происходит за 2 дня. Для приготовления подбирают только спелые и крепкие плоды. Перезрелые не будут держать форму. Сначала поддоны с фруктами и овощами выносят на солнце. Они насыщаются энергией и только потом отправляют в сушилки. Фрукты ничем не обрабатывают. Сухофрукты получают красивый товарный вид только благодаря правильно выбранной температуре – от 35 до 55 градусов. Если сухофрукты делают мясистыми, то яблочные чипсы – хрустящими. Плоды нарезают на тонкие полоски.
Чипсы и сухофрукты делают вот в таких вот электрических сушильнях. Здесь помещается около 100 килограммов фруктов. На изготовление таких вот чипсов из яблок необходимо как минимум 45 часов. В Новой Едессии следуют мировым трендам. Все больше людей отказываются от сахара. Поэтому традиционный суджух здесь делают только на виноградном соке, без дополнительных подсластителей. В Армении на сладкий суджух и сухофрукты всегда большой спрос. Без этих натуральных сладостей не обходится ни одно традиционное застолье. А туристы забирают сухофрукты с собой в качестве съедобных сувениров. Руководство завода по производству сухофруктов за безотходное производство. Сухую виноградную лозу отдают соседям в пекарню. Ветки идут на рожек тоныря. Здесь пекут лаваш с добавлением тех самых сушеных томатов. Замешиваем тесто, как на обычный лаваш. Мука, закваска, соль, вода. Сушеные томаты измельчаем в пудру, добавляем в тесто, и лаваш получается с кислинкой. Попробовать местный хлеб с томатами, свекольным соком и даже сушеной клубникой приезжают из разных уголков Армении. Это место стало популярным и среди туристов. Так что вот вам еще одна причина побывать в Новой Едессии. Фермеры и владельцы компаний в Новой Едессии охотно открывают двери для гостей страны, тем самым развивая промышленный туризм Армении. Мне очень нравится гибкость местных жителей. Говоришь им, нужен дегустационный зал, и через 2 месяца он построен. Нужно покормить туристов, и для тебя разрабатывают меню, по которому будут угощать гостей. Сначала, конечно, это должно понравиться гиду, а уж мы сможем представить так, чтобы понравилось и нашим гостям. В планах владельцев зоны отдыха построить открытую кухню, чтобы гости могли участвовать в кулинарных мастер-классах. На территории зоны отдыха можно научиться стрелять из лука и покататься на квадроцикле. И это еще одна причина приехать в Новую Едессию. Инструктор приходит на помощь тем, кто стреляет в первый раз, показывает, как правильно держать лук, как защитить пальцы при стрельбе. Поначалу стреляем с дистанции в 10 метров. При стрельбе из лука тело должно располагаться перпендикулярно к мишени. 3 пальцами оттягиваешь тетиву к щеке и выстреливаешь. Новичкам всегда везет. Я с первого раза попала в 9-ку. В обычной стрельбе мы натягиваем тетиву, а руку нужно приложить под скулу и увидеть хвостовик и наконечник стрелы. Наконечник наводим на цель и только после этого делаем выстрел. Решила бросить вызов опытному стрелку и сразиться с расстояния уже в 30 метров. Но фортуна от меня быстро отвернулась. Результат 3-0 в пользу многолетнего опыта спортсмена. Забава, которая пользуется не меньшим спросом, чем стрельба из лука, катание на квадроцикле. И я вновь новичок. Скорость на квадроцикле ощущается сильнее, чем в автомобиле. Оказалось, что даже такому новичку, как я, нетрудно освоить квадроцикл. Яркие эмоции стали достойным завершением дня, проведенного в Новой Едессии, в оазисе, который гости страны только-только начали осваивать.